Приветствую вас на канале «Для дома и семьи». Сегодня буду готовить быстрый кекс. Для него нам понадобятся следующие продукты. В подходящую посуду вбиваем 3 яйца. К ним добавляем 1 стакан сахара. Все хорошо перемешиваем. После этого добавляем 250 грамм майонеза, это примерно 1 стакан. Подойдет майонез любой жирности. Все хорошо перемешиваем. Постепенно вводим 2 стакана муки, это примерно 320 грамм. Муку можно не просеивать. Вот такое густое тесто должно получиться. Также в тесто добавляем 1 чайную ложку соды, которую гасим столовой ложкой уксуса. Вместо соды можно использовать также 2 чайные ложки разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем. В тесто добавляем 120 грамм изюма, это примерно 1 стакан. Заранее его промыла и просушила. Все хорошо перемешиваем для того, чтобы наш изюм равномерно распределился по тесту. Тесто выкладываю в форму, заранее смазанную растительным маслом. Выпекаем кекс в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 35-40 минут. Все зависит от вашей духовки. Готовый кекс оставляем остывать в форме. По желанию его можно украсить сахарной пудрой или глазурью. Этот кекс получается очень ароматным и вкусным, готовится быстро и из доступных продуктов. Вот посмотрите, как хорошо он пропекся и получился нежным и воздушным. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Жду ваших комментариев.